На об'їзній навколо Дніпра асфальтують дорогу до мосту. Водіям обіцяють тришарове покриття завтовшки 25 сантиметрів. Розпочали роботи ще наприкінці квітня. Підрядники провели гідроізоляцію, облаштували бордюри і перила. На об'їзну з обласного бюджету витратять понад 40 мільйонів гривень. Усе, аби розвантажити Дніпро від транзитного транспорту. Тут хороша зараз дорогу вже строїть, а там по полях, як їздили, там такі дороги були, що невозможно проїхати. Зараз нормально. Я думаю, должны в этом году уже достроить уже. В одну сторону уже сделали. Мы хотим, чтобы в течение ближайшего месяца эта объездная была, этот участок объездной был полностью закончен, получил новое современное европейское покрытие. Кроме того, продолжается капитальный ремонт трассы Днепр-Запорожье, которая уже вся современным покрытием. И мы хотим, чтобы одним недостроем на территории Днепропетровской области стало меньше.